Привет, девочки, съемка ведет у нас. Hello, всем привет. Девчонки, вчера показала вам ирис, лаванду, айвори. Сюда специально это все надела, чтобы вы видели, как красиво у нас заходят эти цвета. Здесь манекен у нас, если честно, для него не хватило ириса верхушки, но я вам его нарядила вот с такой блузкой мухи. Мухи четко крылышки, мордочки. Глазки. Глазки, ушки, лапки. Все попадает под как раз вот эту лавандовую историю. Мне вообще нравится, когда вот такие облегченные блузки носят вот с такими брутальными брюками. Бананы или слаксовая ткань. У нас, девчонки, сегодня будет такой короткий обзор, но я вам хотела чуть-чуть завести пурпура. Значит, начнем мы сначала с малины. Здесь у нас платье вообще горох идеальное. Посмотрите, как красиво зашел вот этот кашемировый жакет. Я предлагаю вам шоколадные оттенки с малиной тоже подмешивать. Во-первых, это дополняет цвет один другой, а во-вторых, он, понимаете, вот слишком много малины. Это такой длинный-длинный фон какой-то, да, идет. А мы с вами добавили вот этот вот шоколад с айвори, вот эти вот какие-то крапки, да, тут гусиные лапки, кстати, и букле. И мы с вами чуть-чуть загасили это платье, но для поддержки все равно дадим вот такую вот сумку. Сумка наша, узел, просто идеальная. Это сумка и шопер, и сумка кроссбоди, смотря что вы туда запихаете. Это понятно. Девчонки, обувь вот в данной истории не должна быть яркая, она должна быть вот прям совсем нейтральная. Я бы вам предложила какие-то такие вот... Ну, давайте попробуем вот это. Давайте вот, чтобы они... Они тут в тон пойдут к платью, это нормально подходящее, чтобы они вот еле заметны были. Вот чуть-чуть они, конечно, по яркости нам не дают того, чего хочу. Сейчас, девчонки, вот так вот глазом окину, если увижу, то дам. И на глазом окину. Та-да-да-да. Ну да, я про них тоже думала. Ты же сказала, яркие не будем. Идеальные, яркие не буду, нет. Девчонки, короче, концепция меняется. Добавим вот это. Под сумку. Да. Добавим сумку и жакет, объединим с обувью. Сама вот эта пряжка обтекаемая, здесь горох, все вместе монтируется. И просто обувь хотела, чтобы она была какая-то такая шоколадная. Или не даю казаки вам, хотя казаки с жакетом можно, не даю казаки, платье слишком будет, не хватит вот этого, вот этой части 10 сантиметров. Длинное платье. Платье. Да, перекрывать казаки, а это тоже не всегда хорошо. Нужно вот эту границу как-то сечь за ней. Не нужно, вот, чтобы прям вот вообще она переходила или накрывала. Ну, бывают люди, которые это носят, а бывают люди, которые фэшн. Которые должны все вымерить зрительно. Но, девчонки, мы все вымерим за вас, не переживайте ни за что. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что вы кусаете хейтеров вместо меня. Мне даже и времени не хватило. Я только открыла, все, хейтеров уже загрызли. Напрочь. Вообще, Инна, вот просто разметали и ничего не осталось. Девчонки, спасибо. Спасибо, что вы понимаете и понимаете вот мой настрой. Я вообще редко, когда трогаю людей, если трогают меня, то тогда да. Девчонки, вот здесь вот, вот этот пурпур, он, видите, он тоже такой немного в малину. Вот помните, мы все этот цвет... Все думали, какой он. Ну, мне кажется, он все-таки такой какой-то тоже ближе к малине. Я дала посветлее вам брюки. Оставим боты. Посветлее вам сюда брюки. Это розовый фламинго. Опять возвращаемся к нашей сумке. Помните, что на самом вот этом свете каменно-серая полоска с серой полоской мышиным серым. Добавляем сумку. Девчонки, у нас сегодня образы, они вроде бы и яркие, но по виду они спокойные. Вот у них нет вот такой вот прям, ну, вообще, чтобы перло. И все-таки сделаем с вами чуть-чуть приглушим. Тем более есть какие-то вещи, вот шоколад, например, да, какие-то шоколадные акценты мы будем добавлять с вами. Мне они нравятся. Сейчас мы опять введем платье. У нас платье перевертыш. Я вчера вам показывала цветочный принт, который подрезана там такая кокетка у него. А сейчас вам дам вот это платье с открытыми руками. Ну, мне оно вообще просто идеально нравится. Вот. Девчонки, просто вот какое-то идеальное платье. Простое, лаконичное. Вот опять наша сумка Таупи. Естественно, сюда подходит. Смотрите, как боты завязаны. Вот раз, и боты, и подошли. А если бы мы с вами добавили сюда, к этому платью, вот такой вот питоновый принт, это тоже было бы красиво.
кто носит кроссовки, кто носит кеды. Если вы захотите какую-то верхушку, девчонки, верхушка может быть даже здесь и горчичной. Сейчас покажу вам жакет. Я вообще этот жакет подвесила туда сначала, но потом его убрала, потому что общая гамма была другая. Вот. Да, хорошо. Идеально. Сумка вот эта тоже имеет место здесь быть, если мы остаемся в первых лоферах. Если мы остаемся в питоне, то тогда сумка вот эта. Ну, девчонки, сумки тут же задает, вот именно вот в этой сумке, задает сам этнический ремешок. И вот от него уже пляшем мы к нему тянем. Точно так же, как вот эти шарфы у нас. Помните, что платье перевертыш, внутри абстракция, какие-то сотки, какая-то марокканская плитка. Почему я держу эту сумку, не помню, не знаю. Все, девочки, теперь идем дальше. Смотрите, юбка, платочный принт и платочный крой. Сюда мы даем с вами футболку Марни, идеальная футболка, очень нравится мне. Здесь же мы поддерживаем лаймовым жакетом. Я хочу вам показать, что лайм не всегда будет ярким. Смотрите, как мы его с вами загасили. Девочки, если мы оставим... Вот это уже сюда нельзя. Мелкий рисунок на мелкий принт змеиный нет, не подходит. Мы можем с вами здесь использовать вот эти кроссовки. Вот они здесь будут прям идеально. Смотри, как кино, да? Угу. Нет, на сумке, чтобы вам сюда... Я бы добавила кроссбоди и добавила, чтобы это кроссбоди было такое вот ближе к какой-то карбузной теме. Вот тогда бы было вообще идеально. Но у нас кроссбоди нет, у нас вообще сумок нет. Ну, девчонки, сумки расхватали. Ну, что я должна сделать? Вот так вот. Но не хаки. Сумка не хаки. Я вам говорила, что красиво розовый фламинго с хаки, но мы не будем выделять на юбке вот этот хаки, потому что мы хотим выделить лайм. Это брюки от жакета, который только что вам показывала. Здесь опять хочу сделать такую рокировку. Смотрите, сюда мы даем шоколадную футболку оверсайз. Розовый фламинго от предыдущего костюма даем сюда жакет. Девчонки, идеально цвета сочетаются вместе с собой. Вот это вот мы убираем, слишком рубанет нам на брюках. А вот так вот мы оставляем и добавляем нашу сумку. Вот, девчонки, мы вроде бы и яркие цвета подбираем, да? Но мы их гасим шоколадом. Так работает просто этот тон вот в одежде. Вот мы раз с вами и чуть-чуть приглушили. Можно было дать вообще все яркое, понятное дело, что кто-то это любит, а кто-то любит миксовать, вот допустим, как я. Вот я говорю вам, я вот эту стойку нашу собираю минут за 30, но мне нужно, чтобы у вас еще все время в голове разная картинка крутилась. Вы же не можете с одними и теми вещами, ну, девчонки, докупайте что-нибудь, платье идеальное. Сюда мы с вами даем оверсайз жакет. Все, тяну к шоколадной сумке. А вот теперь вам покажу один ход. Смотрите, видите, как правильно длина задана? Это тоже может быть, но я вам говорила про казаки. Вот, девчонки, вот эти казаки под такую длину платья можно заводить. Добавим сумку. Сумку можно было пурпур сделать. Вот этот королевский пурпур красивый. Ну, помните, уже... Оговорка. Сумок нет. Сумок нет и не будет. Девчонки, сумки будут, но чуть-чуть позже. Сейчас все такое. Тяжело все. Поэтому будем с вами довольствоваться действительности. Опять же, брюки укороченные от джинса, они подходят нам, как казаки. Они не будут их перекрывать, они будут вровень сюда. Дадим малину, лен. И сюда сверху добавим песочный тренч. Мы с вами немножко поиграем с цветами. Приглушим яркость вот этого, вот этой малиновой льняной. Дадим. Девочки, вы сами видите, как вот это сейчас убирается, потому что оно убирает цвет у этого, да? А мы не хотим, мы наоборот хотим просто поддержать, но чуть-чуть приглушить. Конечно же, добавим сумку. Девчонки, сегодня все подборки, они и яркие, и глушим коричневым. Я вам буду делать такие ролики, потому что иногда, вот, допустим, у человека много черной одежды, а он думает, как же ее к лайму завести, или как же туда канарейки добавить. Добавим канарейки. Таня, мозга хватит.
на много-много веков. Вековой мозг. Ну, человек, я не то что хвастаюсь, просто, ну, кто-то это видит, кто-то насмотренность. У меня и насмотренность, и видит. Ну, вот оно, наше все. Пошел. Хороший размер. Идеально хороший размер. Девчонки, просто идеально хороший размер. Казаки и лен, антитренд. Девочки, здесь хочу вам показать полностью костюм. Вот, кстати, такой же, как рубашка. Но сделать один нюанс. Смотрите, если у вас есть вот такая рубашка, вы можете использовать ее как рубашка-блузка. А сверху вы можете добавить яркий, акцентный, вот такой вот цвета листья салата. Помните, внутри подкладка нарейка. Вот опять же мы с вами... Понимаете, да, как цвета работают? И она просто идеально. Обалденно. Это просто идеально. И другая пошла девочка. И вообще другая пошла девочка. Так вы шли бы монохроме, а так, девчонки, мне кажется, пурпур здесь просто точно имеет место быть. Мы с вами еще можем завести сюда шаль. И сейчас кое-что покажу и расскажу. Смотрите, мы сюда шаль с вами завели. Просто красиво. Это просто потому, что красиво. И добавим немножко розовой фукси. Да, под шарф. Идеально. Оно у нас идет и под шнурки, и под шарф, потому что здесь есть вот такие акценты этого цвета. Само плетение, девчонки, все вместе, конечно же, сработает на топ и фэшн. Понимаете, да? Откуда взялась, кто не знает. Откуда что берется, господи. Мне очень нравится просто цветовое решение. Помните, говорила, обращайте внимание на вот эти шали. На шалях есть красиво заведенный цвет. И вот когда, если кто-то может это рассмотреть, сейчас вам его разверну, эту шаль. Вот посмотрите, как мы можем объединить с вами много цветов в одежде. Да, все цвета. Все вообще цвета. Вот просто вот идеально они спланировали вот эту шаль. Очень идеально. Она и яркая, и спокойная. Вот все там присутствует. И арбуз, и пудра, и пурпур. Вот это очень нравится. Вообще люблю вот такие широкие. Ну, сами понимаете, да? Что, Инна, оставим Танеску? Нет, давай Excel-ку возьмем. Ну, конечно. Так, теперь мы с вами заведем синий. Это формина синий. Хороший размер. Хороший, идеальный размер. У нас были брюки Тауп в таком же цвете. Сюда вам дам пинка цвету кружевную вот этой вот блузки, секси-блузки. Конечно же, дам вам опять же вот этот вот жакет, но уже канарейка. Девчонки, видите, да, как выводит синий? Вот он такой глухой синий был. Смотрите, как он в яркости. Мы уже видим этот синий цвет. Он уже не потерялся. Вот это может быть. Подождите, сейчас я хорошо подумаю. Я хорошо подумала. Ну да, эти. Долбанем по бездорожью. А что, идти-таки идти, правильно? Так, все, девчонки, пускай. Здесь просто вот эти яркие цвета, они будут перекликаться между собой. Так это работает, так можно. На руки смотри. Профессор. Вот, девочки, но, естественно, я еще раз говорю, это же мое видение. Вы можете так не носить, вы можете носить так, как вам нравится. Я вам показываю то, что в голове придумала, и вот мне зашло сегодня вот это вот в наших образах. Ну, почему нет? Вот это просто идеальные шлепки. Они тяжелые, но они настолько комфортные и удобные, что они как-то вот... Ну, мы их сейчас уберем, потому что они, конечно, красиво. Мы их немножко уберем, у нас другое. Девочки, точно такой же костюм, но уже черный. Черный. Мы сейчас черный с вами тоже выделим. Он черный костюм, такая же рубашка, брюки палаццо, почему они задраны пониже. Я вам сейчас дам вот так и кое-что покажу. Вот эти вот два цвета, вот эти два цвета, идеально работают между собой. Добавляйте сирень и розовая фуксия. Они очень хорошо дополняют друг друга. Не надо платки вязать. Вот мы взяли черный с вами и выдавили с черного. Мы с вами дали яркие сумки и яркие акценты на черный. Поэтому у нас это так, он уже и заиграл. Кто-то носит просто черный. Черно-бело, да, девчонки, это понятно. Это, ну, для всех известная история. Ну, дайте яркую сумку. Это же будет даже вам самой под настроение. А, брюки укороченные капри. Сюда вам завяжу лаймовую вот такую оверсайз футболку. Вообще нравится. И у нас пришли опять эти жакеты. Он один, правильно? Да.
Один. Пока один. Вот. Вам они зашли, вам они понравились, я это все помню. Вот, вот эти жакеты вам покажу. И помните, да, что Танеище 300 лет? Танеище всегда 300 лет. Лаймовые акценты на кедиках. А теперь она найдет ровно за 5 лет. Девчонки, кеды сделают свое дело в нашей истории. Они поддержат нам футболку. Футболка вровень пойдет к жакету. И кеды по сложности, вот этот вот цвет, у них там айвори, скорлупа, они затянутся вот сюда, к полоске и к самой. Девочки, вот здесь вот сумка не должна быть не коричневая, не должна быть не... Она должна быть такая вот нейтральная. И на что-то тащит. Давай белую. Вот, вот даже вот, знаете, вот она... Ну вот сейчас вот мешается здесь ремень, если честно. Если бы ремень был, нет, я надо. Ну вот эту сумку. Давай белую поставим, да. Сейчас, девчонки, мы дадим она вам белую сумку. Она не белая, она... Она скорлупа, она как раз нам затянет кеды. Просто, понимаете, сумку хочется, чтобы законченность была в образе. Вот. Класс, под подошву, да, здесь вообще. Шнурочки. Под шнурочки, под, под вот эти носочки. Под окантовку. Да. Вот не хотелось, чтобы лишняя была какая-то деталь. Девчонки, спасибо вам за подписки. Спасибо, любимые, что вы у меня есть. Спасибо, что вы рвете за меня одно место. Люблю, целую, чао.